Всем привет! У нас май, 1 мая, холодина страшенная, дождь как из ведра, он все стеклышко мое запорошило. Да не просто дождь, а ледяной, ветер ужасный. Жду свою доченьку, она должна сейчас выйти от репетитора. Слушаю музыку, наслаждаюсь свободой. Два выходных, спасибо. Дали в нашей местности, хоть и объявили всероссийские майские каникулы. Фиг вам, ребята. Ну ладно, мы рабочие. За детей обидно, за школьников. Каникулы накрылись. Да еще по такой холодине. Отопление в школе отключили уже. Дети начали болеть. Вот 1-2 у них выходной. 3-4 идут на занятия. Потом 6-7-8 учатся. 9-10 выходной. И опять учатся. То есть майские каникулы перекаканы для детей. Понятно, что симулять будут двоечники все равно. А хорошисты-отличники, которые и так учились, бедные, пыхтели, мучились, голову ломали. Без отдыха, без сна. Те честно пойдут. Без пропусков. Такова жизнь. Как в жизни, так в школе. Школа жизни начинается в школе. В общеобразовательной, в средней. В русской. В советской, наверное, было иначе. Вот 1 мая. Мы все равно у репетитора. Царица небесная. Господи, помогишь нам сдать, когда это закончится. И главное, переживают, дрожат родители и дети тех, которые хорошо учатся. Кому жалко потерянного времени. Вот такие дела. Пока-пока.